Ну, тема сегодняшнего нашего семинара – море. И как бы вот я когда шел, думал, что так в один семинар море ты и не втиснешь. Настолько много проявлений этой темы в живописи. С одной стороны, это высочайший пилотаж Айвазовского. Вот. И с другой стороны, это совершенно элементарные морские пейзажи, где всего то, что перечислено, это небочка, полосочка моря, полосочка песочка. И это тоже морской пейзаж. И он настолько прост, что просто перечислить правильно, точно перечислить отношения одного к другому, к третьему. Поэтому, когда приходят и говорят, ну, на уроке часто приходят и говорят, я хочу научиться писать море, то я, конечно, понимаю, что человек не вполне знает, что он спрашивает. Потому что море писать очень легко. Море Айвазовского очень тяжело. И я бы не советовал связываться с Айвазовским раньше времени. То есть дать себе некоторую возможность расширить кругозор по отношению к морскому пейзажу, а потом уже взяться за высший пилотаж Айвазовского. Хотя Айвазовский — это тоже очень просто. Только чтобы получить ключи к нему, нужна некоторая техническая насыщенность. Вот. И эту техническую насыщенность лучше приобрести в начале, просто расширяя кругозор, сделав ряд работ более простых морских пейзажей. Хотя у Айвазовского не было возможности писать море с фотографией, а у нас есть, и поэтому с тех пор, как появилась фотография, морской пейзаж очень сильно изменился. Именно морской пейзаж, вот эта подвижная среда, от того, что она настолько подвижна, что ее с натуры толком не напишешь, то фотография дала возможность любые виды морского пейзажа писать с потрясающей правдоподобностью. Вот. И поскольку я заговорил о том, что море писать просто, и вообще моя задача показать, как наиболее просто войти в живопись новичку, а не наоборот, какой тяжелый труд ему предстоит. Вообще не труд, если делать с любовью. То есть живопись, которую... Когда любят живопись, а не свои... Ну, а не себя в живописи, да, как мы это говорим. Вот, когда человек любит сам факт творчества, конечно, у него успехи будут более значительные, и удовольствие от творчества будет колоссальным. Нежели когда человек сталкивается со своим несовершенством техническим и начинает раздражаться. Вот. То есть, если мы натыкаемся на раздражение в связи со своей невозможностью исполнить ту или иную задачу, это говорит о том, что мы что-то делаем не так. То есть, живопись любит к себе любовь. И картины полюбленные, они как раз вот и видны. Вот полюбленная живопись, она видна. Даже у художников есть такая фраза, вот, когда они приходят друг к другу, допустим, посмотреть, что там пишет коллега. Они говорят, ну вот это место ты не полюбил. То есть, вот можете для себя даже поставить такую галочку. Полюбил, не полюбил. То есть есть места в картине, которые не полюблены или недолюблены. Это не значит, что они недовыписаны. Совсем не значит. Выписка картины – это другая статья. Ну, скажем, есть легкость письма, а есть неряшливость. И мы всегда можем отличить неряшливое письмо от легкого письма. Легкое письмо – это жест, это поступок, а неряшливое – это, скажем, даже невыписанность, если она бы в контексте картины бы требовалась. Или, скажем, некрасивость лица у фигурки, там, допустим, у женской фигурки, да,
Вот, бился, так и не получилось красивое личико. Ну ладно, будет некрасиво. Ну вот это уже неполюбленное место. Ну, первое, что в голову пришло, такое может быть неполюбленное место. Некрасивое женского лица. Ну, скажем, фигурка на втором плане. И действительно, это может быть из двух только штрихов, но она симпатичная. Сдалека видно, что симпатичная. А может быть, те же несколько штрихов, но видно, что страшненькое, поэтому неполюбленное место. Вот, и я, конечно, должен проговорить, поскольку среди вас есть и новички, хотя, смотрю, сегодня немного, в основном те, которые уже были, проговорить немножко о том, что, на что следовало бы сделать акцент и вообще проявить внимание, когда мы только стартуем в живописи. С одной стороны, когда мы стартуем, перед нами гора очень высокая. И в живописи так много всего, что кажется, взойти на эту гору невозможно. А с другой стороны, живопись очень доступна. И масса тому свидетельств, как люди просто с улицы вдруг ни с того ни с сего становятся художниками и проявляют верх даже ремесленного совершенства. Хотя в основном все-таки не ремесленного, а больше творческого, но в том числе даже и ремесленного. Ну, вроде как известно, что Микеланджело в 15 лет уже был зрелым художником и писал как будущий Микеланджело уже. То есть, на самом деле, и возрасты все покорны. То есть вот в наше время 15-летний юноша вряд ли можно даже представить себе, чтобы писал совершенно. Просто потому, что образ жизни и социум не даст ему это сделать. Вот. А в какие-то времена... Но с другой стороны, в прошлые времена представить себе, чтобы взрослый человек вдруг предпринял попытки заниматься изобразительным творчеством, тоже трудно. Да и вообще это было дело очень малого числа людей, а сейчас, пожалуйста, каждый второй может себе позволить писать, музицировать, петь. Вот. И в этом смысле современная живопись, конечно, дала возможность, раскрыв вообще горизонты творчества, раскрыла горизонты творчества настолько, что каждый новичок, то есть с самыми кривыми руками, может себе позволить, не то что новичок, человек без руки может себе позволить. Но вот одна из учениц у меня есть в Днепропетровске, которая пишет ртом, у нее нет рук. И мы нашли язык живописи, хотя она и в реалистической манере уже попробовала себя, и вполне хватает возможности рта и интеллекта ее личного, чтобы писать реалистично. Вот. Но мы предложили в свое время другую версию развития, это более современные такие формулы абстракционизма. Вот. И она с энтузиазмом взялась, продуктивно эта живопись сразу стала, потому что одно дело абстракцию нарисовать, а другое. Но ее абстракции обладали особенным звучанием и обладают. Я надеюсь, что мне удастся ее показать людям в свое время, потому что девочка очень талантливая. Так она пишет вообще без рук, но у нее есть чувство, и у нее есть потребность встречи с людьми, потому что она заперта в пансионате, вот. И это возможность выхода в люди и обратить на себя, в том числе на свою проблему, внимание. Ну а у тех, у кого есть руки, так и вовсе, по идее, бери, дорисуй и радуй близких, и себя, и потенциального зрителя. Потому что языков живописи стало так много, что, вот допустим, я не умею рисовать портрет. Ну вот не хватает мне чувства пропорций, чтобы писать портрет. Даже романтический, даже условный, даже приблизительный. Ну, у меня
есть пейзаж, который совсем прост. Вот. А в данном случае еще и морской пейзаж, который мы сегодня пощупаем, который часто требует даже не умения рисовать, а скорее даже вот чувство. Вот это море, а вот это еще не море. То есть вот это же очень пластичная среда, она быстро меняется, да. И здесь больше даже может пойти счет на технологию подачи моря этой среды и на чувство, что вот это оно. А некоторые люди, вот я даже, поскольку я сам жил в море много лет, в Севастополе в частности, то я видел разницу между теми, кто чувствует море, и тех, кто не чувствует. Вот, если говорят, пересушенная живопись. Многие пересушивают море. Есть проблема. Как? Вот, в живописи можно пересушить. Изобразительно вроде бы вся схема решена, скажем, прозрачная волна, все по схеме все решено. Но по ощущениям это не вода, а это какой-то искусственный рельеф, напоминающий воду. То есть вода, в общем-то, это тоже определенная склонность чувствовать или не чувствовать морской пейзаж. Поэтому если кто-то из вас столкнулся с тем, что он не чувствует, но, может быть, действительно пейзаж не ваш, морской пейзаж не ваш. И наоборот, если кто-то влюблен в море и чувствует на холсте, как оно примерно волнуется, меняется, вот, то морской пейзаж может стать коньком. Причем морской пейзаж – это одна из самая востребованная живопись. Чаще всего покупают морской пейзаж, морскую даль. Поэтому и у Вазовского был колоссальный успех. И у современных художников, те, которые занимаются именно идеей моря, успех просто безупречный. То есть лучше всего зарабатывают художники, которые пишут море. Если говорить о средней какой-то, не о высших проявлениях творческих, тогда художник известен всему миру или всему государству. Вот, и там может о море не идти речь, но там идет речь о имени. Вот, но если брать вот массу живописи, морской пейзаж в ней, конечно, занимает очень много, и именно потому, что он обладает спросом, ну и потому, что все мы любим купаться. Вот. А я бы еще так вкратце хотел снова коснуться стратегии вступления в живопись. Несмотря на то, что я повторяюсь, может быть, из семинара в семинар, всегда все равно находится что-нибудь сказать, что в прошлый раз не сказано. То есть иногда кажется, что вот я пойду простым академическим путем и рано или поздно приду. Не придешь, потому что у тебя не хватит времени на то, чтобы дойти академическим путем, вот у вас, у взрослых людей, просто не хватит времени на то, чтобы дойти академическим путем до того, до чего дошли другие художники. Вы знаете, что в основном художниками профессиональными становятся люди, которые прошли художественную школу 4 года, художественное училище 4 года и художественный институт 5 лет. То есть, если у вас можно себе представить такой отрезок времени, тем более это определенная среда, в которой человек все эти годы обитал. Если вы можете себе позволить такую среду, ну тогда в путь. Если, а поскольку вы просто не можете себе этого позволить, то надо стать на путь другой. И в этом смысле даже может быть ваше действие может быть даже более эффективным, чем часто проблемы, которые возникают у художников по классической схеме развивающихся, ваши проблемы могут оказаться меньшими. Какая проблема у
классического образования. То есть, во-первых, это проблема, что она учит и медведей рисовать, а не все из вас медведи. Я настолько много сталкиваюсь с новичками, что я знаю проблему новичка. И опыт показал, что иногда в течение 20-30 уроков человек просто становится художником, готовым художником. И многие меня оставляют, потому что им больше не нужен. Они начинают ходить на уроки и практически только получают похвалы, или мы какой-то обсуждаем момент, который они бы и сами могли бы произвести, и без их творческой мысли достаточно, чтобы что-то само с собой порассуждал, сделать в выгодном ключе картину. Поэтому многие так быстро становятся художниками, что я им становлюсь не нужен. Вот. А я таким образом хотел бы как раз еще раз проговорить вот то, что разница между классическим образованием и образованием из руки мастера в руки ученика. Причем мастера не просто мастера, есть же бессловесные мастера, которые написать могут, а рассказать не могут. Вот. И получается, что вот часто вы приходите в студии, и вам ставят обычную, вот эту академическую живопись, о которой я хотел проговорить, вам ставят обычные задачи, то есть, которые ставят ученикам. То есть это драпировка, это яблочко, это кувшинчик, это бутылочка, вот это, может, какие-то металлические предметы, вот, чтобы вы почувствовали фактуру, порисовали, получились. И это изнуряет вот, так, вот эти студии. И в итоге мы, не обладая тем временем, которое есть у ребенка, когда он этим занимается, мы сталкиваемся даже, может быть, со скучностью творческого процесса, когда это студии, ну а жизнь-то когда? Вот интересно в этом смысле американцы, я вот слышал, вот, какой-то режиссерский факультет, который едва пришли детки на этот факультет, они сразу выходят на улицу с техникой и снимают кино. То есть какой-то им проговорен сценарий этого действия, вот, какие-то мизансцены, и они бросились за ним бросились снимать кино. И уже по факту того, что они создали, вот так и в нашем случае, на мой взгляд, и я это очень эффективно доказываю на своих уроках, на мой взгляд, лучше сначала окунуть, то есть сначала уметь, а потом учиться. И причем уметь не столько даже вот рисовать там куб или драпировку отдельно конкретно, вот, или конкретно морской пейзаж, а уметь решить картину. И с этими решенностями картин мы сейчас сталкиваемся на современных выставках, когда, в общем-то, умение рисовать как бы вообще не нарочит его. Его трудно различить. А умеет художник рисовать или нет? Вот тот, который пришел на выставку, который выставился, да. А тем не менее, зрительский интерес налицо, интерес галеристов налицо. И успех налицо. И, в общем-то, это действительно предмет разговора. Потому что если мы придем, и будет все очень красивенько нарисовано, то, в общем-то, а предмет разговора-то может и не возникнуть. То есть новаторство в живописи в наше время настолько это актуально, что те, кто идет по классической схеме, часто вообще не имеют успеха. Общество не взыскивает умение рисовать, и, соответственно, с трудом растится это умение, потому что если тебя не заказывают, то некогда и шлифовать это умение. И часто художники мечутся, не знают, что бы такое нарисовать, чтобы все-таки это понравилось. Хотя, конечно, классическая живопись, особенно в России, ну, в русскоязычном пространстве, все еще взыскана, и у нее есть стабильный спрос. Ну, хотя и на Западе есть этот спрос. Вот. Но, тем не менее, сами вот эти опытные мастера, которые прошли три эти ступени обучения, как правило, заболевают
либо какой-то конвейерной живописи, когда вот он распробовал то, что продается, и просто начинает штамповать. Иногда даже вот у него 10 вариантов картины, он все 10 вариантов бесконечно повторяет, потому что они прекрасно уходят. То есть, да, конечно, в этих вот вариантах он поднаторил, но творческий процесс закончился, и вот это вот любовное отношение с творчеством и с живописью просто прекратилось. А у вас-то как раз и проблемы такой нет. Вам не нужно кормить семью, вам не нужно соревноваться с коллегами по цеху. Вот. Вы спокойно и с удовольствием вливаетесь в число людей, которые творят, а не те, которые производят продукт. Хотя вот произвести продукт — наша большая задача, и на наших уроках мы даже в большей степени делаем акцент не на обучение. Нет, мы, конечно, и обучаемся, то есть технические приемы и прочее, но даже не на теорию живописи у нас идет акцент, больше на практику непосредственно, то есть конкретные технические приемы, которые дают возможность срезать углы нашего неумения, и на умение создать вещь, то есть дать конечный продукт. Хотя у нас еще нет навыков рисование, а конечный продукт мы должны знать, как его создать. То есть, как может выглядеть картина. Пока сам не пройдешь, в общем-то, это трудно понять. А если ты идешь только через студии и когда-то, может быть, напишешь картину, то это когда-то может так и не наступить, потому что ни времени не хватит, ни финансов. А мы на наших уроках как раз акцент делаем на создание картины. И это, вот, на мой взгляд, очень важно для новичка, потому что языков живописи легких для исполнения пруд-пруди, а вот понимание того, с какого момента это уже картина, может быть, как раз и не хватает. И часто, вы знаете, люди закапываются, хорошо начали, а потом закапывают, засушивают картину. Да, вот, я думаю, что многие из вас с этим столкнулись, что вроде начало было очень хорошее, обещающее. Но вот надо присмотреться к тому, где начало можно оставить уже готовым. И вот, допустим, даже иногда начало очень вкусненькое, но краски мало, вещества мало на картине. А чтобы потом набрасывать и набрасывать это вещество, начинается сушка картины. Она высушивается, она начинает быть слишком нарисованная. И вот стартануть, вы знаете, что мы часто исповедуем это на уроках. Ну, я исповедую эту идею, когда мы мастихином сначала набрасываем белило. То есть я для чего ставлю такую задачу? Человек набрасывает белило, и он уже вынужден работать краской. Не сухостью там какой-то рисовательной, такой полукарандашной, полупастельной, а вещество краски метнуть на холст. Причем белила, они же безобидные. Мы же ничем не испортим картину, если кинем белило. То есть они совершенно безобидны для картины. Белила все равно будут нужны. И потом мастихином акварельно мы начинаем растирать, втирать туда какие-то цветные мотивы. Вот. Я этим заставляю человека сразу пользоваться краской. Некоторые, конечно, перебор делают, то есть у некоторых наоборот. Им, может быть, даже, ну, часто приходится даже останавливать от этого перебора, когда они просто лопатой забрасывают краску. Вот. Но это другая крайность. А в основном все-таки не хватает. Ну, не привык человек выдавливать вот столько краски на, если можно показать, вот столько краски на палитру. Как это? Белил тюбик выдавить, да? Белил надо выдавить вот столько. А в наше время замечено, что работа, что человека возбуждает краска на холсте. И вы часто видите беспредметную живопись с заляпанной краской. Но подходишь, волнуешься. Ну, наверное, с женщиной легче всего сравнивать это волнение. Ну, вот, думаю, даже вы можете сами провести параллель, что в одном случае женщина не волнует, а в другом волнует. Вот и живопись волнует, когда есть вещество.
а не когда есть изображение. Изображение было у нас, картинок, пруд-пруди всяких, фотографий и прочее. Причем часто доходит уже до абсурда, ну иногда кажется до абсурда, когда просто густятиной краски сделаны вещи, ну скажем, какой-то цветок, но сделан на большой формат и еще и очень густой краской. И там рисунок толком и не виден. Ну понятно, что человек цветок рисовал. Но подходишь вот эти вот густые места, конечно, уложить надо разумно. Не всякая густота звучит. И вот опять же, звучит, не звучит. Густота краски очень важна. Она очень возбуждает зрителя. Но она может совсем не звучать. То есть это просто выброшенные деньги. То есть есть определенные фактуры, определенные технические приемы бросить эту краску, чтобы она звучала. И за этим надо ходить, ну вот на такие мастер-классы, как у меня, как у Максима, и я могу еще перечислить, конечно, такие имена. Тогда мы, в общем, это варим. Вот это блюдо мы варим для вас. А есть студии обыкновенные, которые вот и Медведев учат рисовать. Ну, хотите уснуть для живописи, пойдите в такие студии и поспите, хорошо, выспитесь. Вот, то есть любое высокоумие со стороны учителя очень опасно для ученика, потому что все на самом деле просто. И где просто, там ангелов 100, а где сложно, там ни одного. Ну, вы, наверное, слышали эту фразу. Вот. Поэтому я за простые решения. И причем, в отличие от опытных художников, которые всему этому научились и заштамповались в своем обучении часто. Некоторые заштамповались на каких-то своих учителях. Вот там какой-нибудь Сергей Константинович всегда говорил. И вот он всю жизнь носится с тем, что там говорил какой-то Сергей Константинович. Хотя живописи так много, и кругозор у художника должен быть настолько большим, что какой там Сергей Константинович, какой там Игорь Витальевич. Вообще не должно быть вот этого зацикла. Вопрос не в том, что я говорю или другой какой-то педагог говорит, а в том, что если вы здесь можете взять, надо брать. А если вы приходите, а результат никакой, ну невкусный результат. Вот невкусный результат — это никакой результат. Вот можно опять же, вот, если перевести все на женщин, можно же общаться с женщиной и не любить ее, правда? Можно. А зачем? Когда можно дождаться любви. Вот и в вопросах живописи. Если уж вы дождались этой любви, ну, есть возможность любить, а не превращать это в рутину и в скучнятину. Тем более, что, опять же, современная живопись дала миллион языков решения задачи, в которых вы можете преуспеть, не умея рисовать. Вот прямо преуспеть, не умея рисовать. А у них как раз, у этих опытных художников, есть другая проблема. К новаторству им трудно приступить. У них есть опыт рисования, умение рисовать, и им очень трудно не вырисовывать картину, потому что это то, что у них является преимуществом. И он нет-нет да застревает и не может преодолеть это застревание. Ну вот мои ученики столкнулись на Западе с тем, что они встречают людей, которые у них там, на Западе, являются как бы общественно значимыми художниками. Вот. В каком-то городе итальянском, вот это наш художник. И они там общались каким-то образом, эти ученики. А сталкиваются с тем, что они рисовать не умеют вообще. То есть ученик, который там 20-30 уроков прошел, это умеет рисовать, а тот не умеет. Тот его попросил нарисовать, допустим, потому что он не умеет это нарисовать. То есть на Западе очень часто сталкиваются с тем, что человек
как общественное явление художник, а рисовать не умеет. То есть я вас призываю к чему? Не к тому, чтобы не учиться рисовать. Просто вы научитесь рисовать по ходу. Вы походя научитесь этому ремеслу, как ремеслу. Но вы должны найти для себя и язык живописи, и отношения с живописью сформировать таким образом, чтобы это, во-первых, и дальше продуцировало чувство, да, чтобы это была любовь, а не ремесло, шитье там или вязание. Хотя и там тоже. Там тоже надо творить. Ну там кому-то вяжешь и любишь его, да? А здесь ты любишь непосредственно сам факт творчества. Ну там просто маленькое творчество такое. Скудная растительность. А здесь все-таки здесь джунгли. То есть изобразительное творчество – это джунгли творчества. Это не пустынька. Наговорился, наверное. Да. Хватит. Так, значит, я вам сейчас покажу пару, как бы попытаюсь вот эту свою нудную историю, которую я тут проговаривал, проиллюстрировать. То есть, конечно, можно было бы взять Айвазовского и прочих выдатных. Но есть, вот, например, вот это же морской пейзаж, да? Морской пейзаж. Это то, что у меня там валялось где-то, я сейчас утром подсобирал, подумал. Ну. Корабль, да? Да это же не корабль, коряга. Это просто коряжка. Бережок. Вон моречка, вон она, тоненькая полосочка. Это моречка. Тоненькая полосочка вдалеке – это море, это облако. Мы такое встречали много раз, это тоже морской пейзаж. Я не думаю, что кто-то из вас не сможет справиться. Начните с таких простых вещей. То есть, когда вы точно убедились, что да, я что-то могу себе позволить в живописи. Причем берите не маленький форматичек, а так, чтобы помахать кистью, чтобы море было. Пусть и тоненькая полосочка, но все-таки море. А вот. Ну, кто не справится? У него холсты на пол стены. Море. Морской залив. Красота. Японец. Вот такие нежности встречаются в морском пейзаже. Нежнейшая вещь, там даже радуга. Каждый из вас может это сделать. Там три варианта цвета. Голубоватенькие, розоватенькие и желтоватенькие. И всего делов. А смотрится очень красиво. Вот ставьте себе такие простые задачи, но делайте конкретную картину. Вот чтобы у вас там цвет вас удовлетворял, чтобы вы высказались как художник в цвете. Потому что там больше не в чем высказаться. Ну, нравится вам голубоватые, дали голубоватые. Нравятся розоватые, в пользу розовых. Вот тоже смешная вещь. Акварельные потеки на холсте брошены вот такими полосами. Потом человек досмотрел, где ему дотрогать, чтобы это хоть как-то угадывалось море. Просто акварельные потеки брошены полосами на холст. Звучит как море. И, на мой взгляд, очень, ну, во всяком случае, когда это будет большого размера, это будет очень звучать. И мы там будем угадывать что-то, да? Ну, не знаю, потом подойдете, обалдеете. Просто, ну, просто потек. Мы, когда что-нибудь красим в дом, тоже встречаемся точно с такими потеками. Просто к этим потекам добавить густых белил на передний план, чуть-чуть потоптать поверхность вот этой земли, каменистые, ну, как камешки эти. Просто потоптать кисточки. И все, красота. Ну, кому, может быть, не красота, а кому вот то не красота. Вот у меня десятками пишут эти картинки, вот это Афремова. Ну, такая элементарщина. Обожают такую живопись. А многие так и делают, идут к художникам искать. Мне бы какую-нибудь очень цветную картиночку бы на кухоньку повесить.
приходит, там нет такой цветной картиночки. А Фремов додумался, художник Фремов додумался, делает вот такие цветные картиночки. Каждый из вас может накалякать, вот иначе даже не скажешь, накалякать цветную картиночку. У него это до 500 долларов стоит. Вот. Весь мир его тиражирует на всех тетрадках школьных и прочее. Вот он же. Это то, что вы можете сразу. Не потом, когда-нибудь, когда научитесь рисовать, а сразу можете. Это тоже морской пейзаж. Афремов. Ну и вот еще такой же. Это то, что вы можете. Густая краска, то, что волнует зрителя. Он даже не догадывается, насколько это легко. А вы взяли и... Не то, чтобы скопировать. Это скопировать невозможно. Это все равно получится другое. Потому что густота краски, здесь же нет рисунка. Можно скопировать точный рисунок. А вот эту каляточку, ее же не скопируешь. Будет что-то свое. Кораблик в другое место переставить. Где он будет, да? Торчать там. А есть вот такие мягкие, нежные вещицы. Тоже там моречко. Ну, и тут рисовать нечего. А вкуснятин? Вот чуть более сложное, с домиками. Ну, если подсмотреть, купить какой-нибудь видеоурок с домиками, там, подсмотреть и накалякать еще и домики. Вот к той же теме, которую я уже показывал, с корягой на переднем плане. А вот еще и с домиками. Вот тоже почти что потеки от краски, когда вот мы иногда пользуемся. Масляная краска тоже может лечь как акварель, с акварельной закваской. То есть акварельность масляной краской добиться несложно. Вот. Поэтому такие вот вещи каждый из вас. А вот что-то там двое идут. Вот я сейчас в камере покажу, что там идут двое. О том, что это двое, вероятно, у него кляксочка краски темненькая тут, нечаянно осталась. И он ее просто сделал от нее отражение, получились двое и идут. Это часто происходит нечаянно. В живописи, в легкой вот этой, новаторской живописи, очень много нечаянного, случайного, когда просто где-то просыпалось, клякнулось, а ты смотришь, ты хорошо. И чуть-чуть там ему, может, ножки пририсовал. Ну, палочки, то есть не ножки, это палочки. Стол один. Так, хорошо. Ну вот я, наверное, сразу покажу вот этот, на мой взгляд, замечательный способ, на который я наткнулся вот, с учениками, когда их. Моя же задача, чтобы ученик пришел на урок, и у него получилось. Приходится изощряться, придумывать способы, чтобы у него получилось. Ведь я нашел всякие новаторские приемчики, которые заставляют, чтобы оно получилось. И вот один из них — это бросить белила на холст. Несмотря на то, что вы уже на других семинарах бросали, в видеоуроках бросали, но поскольку здесь конкретная тема, вот, значит, вот я условно себя и вас заставляю бросить краску на холст. Поскольку белила безобидны, ну только если мы не делаем очень темную картину, то есть если мы не делаем а-ля старинную какую-то картину, или ну просто вот темную больше, то мы всегда можем начать с того, что забросить. Конечно, пути решения картины в проруби можно и так, и сяк, и как угодно. Вот. Но один из, на мой взгляд, очень выгодный ход для новичка — это вот этот. Особенно если речь идет о каком-нибудь моречке, чтобы картина не была сухонькой. Вы видите, на холсте сейчас слякоть краски.
даже сверху захожу, чтобы капли вот этой слякоти поддерживать, чтобы она не текла по руке. Вот, когда у нас эта слякоть уже каким-то образом заброшена, ну, допустим, у нас, конечно же, голубой, да, если речь идет о море, то это редко не голубой. Бывает иногда стальное море, иногда черное море, но, как правило, это все-таки голубоватый стиль. Вы, наверное, смотрели оба роса, когда большой кистью замешивается цвет. Ну, считаем, что это палитра. У Боба Роса вот эта палитра. Он там замешал цвет и большой кистью выкрасил небо. По виду небо, да, все нормально. Но нет движа в этом, нет движения, нет в этом волнения какого-то выкрашенного. Поэтому и в живописи не очень. То есть одно дело как учебное пособие, а другое дело как картину, которую ты представишь перед коллегами по цеху, я имею в виду профессиональных художников, с ними соревнования, а не с другими учениками. А где бы это ФЦ, да? Я взял ФЦ. Можно взять ультрамарин, добавить прямо в ФЦ, усложнить. Можно бирюзовую куда-нибудь в районе горизонта. Вот тот способ, на котором я сейчас очень часто настаиваю, когда мы делаем на наших уроках. Посмотрите, как организуется пространство. Мало того, что есть вещество краски, но еще и организуется пространство. Оно становится живым. Оно не выкрашенное, а мерцательное. Немножко даже брутально набрано, то есть нагленько. То есть мы видим, что художник совершенно свободен. Причем я вот сейчас пойду специально покурить, чтобы вы ощупали вот эту слякоть. С нее начать очень, очень выгодно. И посмотрите, какая интересная среда. Там уже и облака угадываются, и вообще она живая, правда? Вот любую историю сейчас введи, но я пока только голубым введу. Где-то уже и на море смахивает, правда? То есть вот по косой идут. Отсюда идет фронт этих волн. Песок пальмы и Шри-Ланка. Пальмы, песок пальмы и Шри-Ланка. Все. Мастер-класс закончился. Экспресс так экспресс. Это же морской пейзаж, правда? Ну, можно чуть-чуть песочного цвета сюда подпустить. Причем этим же инструментиком. Вот взяли, допустим, коричневый в разбеле, розовенький, может быть. Ну, к примеру. Посмотрите, даже вот эта слякоть краски, она вот сейчас подойдете и увидите, что
она тоже организует, потому что уже какие-то там козявочки валяются, что-то там валяется. Я после перерыва еще одну вещь покажу, там вообще. Еще ни один, не было ни одного, кто бы не справился. Живенько ведь. Можно немножечко более упростить. И смотрите, я совершенно плоским мастихином общаюсь. Совершенно плоским. Штрих, растирочка. Какие-то вот эти вот нахлобучки краски пусть останутся. Вот вы сейчас, когда подойдете, и большим мастихином попробуйте, и маленьким. Хорошо? Прям попробуйте. Можно еще показать, например, ну, можно было бы немножко насветлить сюда, под линию горизонта. А можно, допустим, облаками снарядить это. Тоже. Потереть, ну, это как волшебная лампа просто. Потер и облако, потер небо, потер облако, потер песок. Ведь это ж можно гонять бесконечно, пока не увидишь, ой, да, все симпатично, все, уже облако. То есть облака — это то, что снизу немножко рассеяно, а сверху немножко выявлено. Вот у нас полетело облачко. В перерыве вы сами попробовали, немножко пообщались с холстом, и я вижу удачные места. То есть вот то, что сейчас происходит с небом здесь, это удачное место. Я думаю, вы согласитесь, что и здесь мы часто встречали такое небо. Вот здесь вкусненько следующая грядка облаков уже дальнего плана сформировалась, тоже хорошо. Неудачное место вот это. То есть в угол никогда не затыкаем ни облака, ни другие акцентные вещи. То есть работает центр. Всегда работаем на центр композиции. И углы не для того, чтобы на них обращать внимание. В данном случае облако слишком обращает внимание. Если бы у нас было много бы облаков, все в облаках мелких, и там оказалось бы облако, ну и нормально. Но поскольку у нас не все небо в облаках, то нечего ему здесь делать. Вот этот момент. В моречке. Обратите внимание, что вот, вот здесь кто-то из вас вкусно положил задничек. То есть мигание задних вот этих барашечек очень съедобное. Даже вот эта закорючка, которая образовалась новая, до перерыва ее не было, она очень напоминает морскую среду. Вот здесь кто-то умненько поукладывал. Не совсем умненько уложена вот эта вот веревочка. То есть вот эти вот вещи, они зигзагообразно должны быть уложены. Не веревочкой, а зигзагиком вот таким. Зигзаг вот таких ступенечек. И я думаю, вы сразу узнали прибой, да? Причем то, что вот здесь насквозь песок, здесь прозрачен, тоже уместно, да? Песочек под этой тонкой пеленой воды тоже виден чуть-чуть. И сразу понятно, что здесь тонкая пелена. Вот. Скажем, многие говорят, я же не умею смешивать краски. А здесь не надо ничего просто не смешивать. Здесь можно обойтись голубым и коричневым. И все. Вот и смешивать нечего. Ну, плюс белила. Белила вы видели, мы с самого начала закидали. Смешивать нечего. А тем не менее, это тоже живопись, это феномен живописи, а не какой-то отстой, а не какая-то проба пера. То есть это тоже живопись. И она обязательно найдет зрителя в своей вот этой простоте, что так тут нет многоцветия, не все любят многоцветие. Когда мы смотрим живопись Айвазовского, там очень много цвета, очень. Ну, у него штормы, у него другая, он другие вещи столбит. А современная живопись иногда какой-то жестик в картине предпочтительнее, чем выписанная
изящно выписанное гигантское полотно с подробностями. Ну так хочется минимализма. Вот, пожалуйста, минимализм. Тут на перерыве задали резонный вопрос в контексте того, что говорилось до перерыва. Ну, научиться же рисовать надо? Ну, как бы, мне задали вопрос. Ну, рисовать же все-таки надо уметь? Ну, хочется, как в этом в анекдоте. Дорогой Вася, жили проще ответить. Нет, конечно, не так. Дело в том, что как только мы взялись за кисти, за мастихины, за другие инструменты, у нас возбуждается внимание. То есть, если до этого мы рисовали, мы не рисовали небо и вообще в него не смотрели. Какое оно, это небо? Ну, понятно, небо, благо. Да. То сейчас мы уже смотрим, после первой же вот такой калякочки, мы уже смотрим на небо, как на то, что мы могли бы изобразить. И на облака тоже смотрим. На их форму, на их цвет, на прочее, прочее. Очень многие после первых же уроков отмечают, что посещение музея стало для них просто открытием. Если до этого они как баран на новые ворота смотрели на картины, отходили подальше, чтобы увидеть, что же там нарисовано, то теперь они подходят поближе, чтобы посмотреть, как это нарисовано. И это, конечно, культура укладки на холсте, вот что интересно смотреть в музее, а не то, что там нарисовано. Вот, пожалуйста, в интернет зашел и посмотрел. И вообще, сколько картинок, чего там в музей переться. А вот действительно, как творческая мысль подошла к исполнению того или иного, вот это интересно. Действительно, открытие невероятно. То же самое, люди отмечают, что стали смотреть на окружающий мир новыми глазами. На самом деле, мы же настолько невнимательны, наше внимание настолько не умеет рассматривать предметы. Ну вот кошка возле телевизора безучастна, она его не видит. Вот так и мы не видим, как возле телевизора. Как будто и нет ничего вокруг, как будто и нечего рассмотреть. И действительно, взгляд художника это взгляд человека творчески рассматривающего, расследующего окружающие предметы и мир, и пространство, и воздух. Вот любование красотой сознанием или без знания, вот как кошка у телевизора, не видеть или видеть. Ну, телевизор как бы, может быть, условное понятие, но вы сами понимаете, что очень часто мы, ну как, знание о предмете и знание предмета. То есть одно из знаний предмета, это, конечно же, его внешний вид, но мы даже внешний вид не умеем знать. А уж тем более, вот мы знаем, что в портрете иногда и сам человек мигает своими настроениями, своими чувствами, и мы смотрим, вот сейчас он не симпатичный, а в другой момент смотрим, даже какой симпатичный человек. А лицо же не изменилось, тоже лицо, но там появился внутренний огонечек, вот. И этот мир окружающий, он может быть для нас с этим внутренним огонечком, а может быть мумией, как и человек может быть для нас мумией, мы его не видим, а с огонечком видим. Вот этот окружающий мир, и мы научимся рисовать по ходу действия. Одна, вторая, третья, десятая, двадцатая картина, но картина не картинка в стол, мусорчик, а полноценная картина, пусть простая, но с чувством. А по мере, где-то мы уже чуть-чуть с облаками встретились, где-то мы встретились вот с этими вещами, где-то встретились с мерой тональности вот этого пятна, с вот этим зигзагом встретились, да? И так, одно за другим, и мы уже на природу вышли. Ух ты, какая там эта линейка ушла. Ух ты, сколько
как ведет себя гора на заднем плане или домик здесь на переднем и там на заднем. Вот они оба освещены одинаково, только этот разбел оранжевого, а тот серенький, такой еле-еле беленький. Какой-то даже такой грязноватенький может быть цвет. То есть мы вдруг начинаем сравнивать. Облака у нас вдруг обретают цвет. И небо, кроме голубого, тоже обретает цвет. То есть какие-то закатные проявления, то, что в линии горизонта светлее для многих открытий. Я говорю, так вот здесь в линии горизонта наберебелил и отштрихую наверх растяжечку света. А человек, да, вдруг для него новость, что небо у горизонта светлее. А это может быть не новость, а знание. И облака с их формами и с их цветом. Цвет облаков определяют окружающие предметы. Так, по сути, они, конечно, белые. Но окружающие предметы дают на них рефлексы, в том числе и конкретный закатный свет, уже конкретный цвет. А и плюс рефлексы с Земли, вот эта вот грязноватость облака снизу и беловатость сверху. То есть разбел оранжевого на свету, когда свет падает на облако сверху. И поскольку оно контрастно к синему небу, синее холодное и темное облако, разбел оранжевого и теплый цвет. И поэтому облака сверху выражены активно, то есть линия касания очень выразительная у облака по отношению к верхней части, верхней части облака к небу. И размыто в нижней части, потому что здесь уже светлее. И здесь облако темнее. Оно уже получило рефлексы от Земли. И в итоге они там где-то уже начинают соединяться одно с другим. Поэтому обычно выраженность на макушке и размытость снизу. И сразу идея облака налицо. Хотя, конечно, бывают там иногда некоторые нюансы. Но основа такая. И тут еще замечательно, вот опять же иллюстрирую, надо ли учиться рисовать. Оно, вот, кроме того, что вы действительно будете учиться рисовать с каждой новой картиной, вы просто будете учиться само. Ваше внимание будет появляться, оно сейчас дремлет беспробудно. А как только вы начали рисовать, у вас появилась задача, у вас появилась. Ну, в хорошем смысле, проблема. И, конечно, просыпается внимание, и вдруг окажется, что столько в мире неучтенного, неисследованного. И с каждой картины вы будете с помощью этого внимания лучше рисовать. Все больше будет союзность руки и глаза. Вот, если не обязательно застревать при этом на студиях. Чтобы не делать непродуктивным свое действие. То есть оно должно быть продуктивным. Вот что касается, допустим, этого пейзажа, тут может быть чуть-чуть я бы хотел еще дополнить. Вот. То есть, ну допустим, вот у нас темненько, а здесь не темненько. Ну вот положил я как-то так, как попало. Положил, здесь темно, а здесь не темно. Ну, по идее, нормальный человек должен вот это темно продолжить сюда. Либо здесь. Успокоить темный. Ничего подобного. Вы сами потом встретитесь с тем на природе, что в одном месте чуть темнее, в другом чуть светлее. И все это очень уместно. И совсем не обязательно от края до края делать равномерно. И вообще всякая равномерность, шахматный порядок, частокол, все это не из живописи. И это тоже новость в жизни. Мы часто к беспорядку, к некому относимся, презрительно. Как правило, те, кто занялся живописью, беспорядку относятся как к родному. Но есть понятие творческий беспорядок. Просто есть порядок, когда солдафонщина в порядке, когда все покрашено и все выстроено. А есть творческий беспорядок, который очень любезен любому человеку, кто занялся творчеством. Вот. А порядок придется из себя вышибать. Потому что положить облака не в шахматном порядке оказывается проблемой. Деревья поставить не с одинаковым шагом
оказывается проблема. Ну, ненадолго. Вот, ну, допустим, взяли еще и... Ага, уже подсохло чуть-чуть. Взяли и еще где-то там горочку прибавили. Вот. Какой-нибудь там. Какой-нибудь парусничек. Ну, две кляксы, да? Ну, звучит же. Вот он там, на волнах. Еще одна клякса. Парусничек. Какая-то даже погода появилась от того, что он наклонен. Так, а я вам хотел еще одну штучку показать, от которой вы должны прийти в восторг. Вот мы берем тюбик берил и делаем вот так. Ну, чтобы не париться. Чтобы быстрее. Просто метнули вещества краски. Теперь берем голубило или синило или еще что-нибудь из таковых. Что? Заштормило. Да. Лодочный мазочек. Лодочный, да? Лодочный. Лодочный. Лодочный мазочек. Это тот мазочек, который возбуждает зрителя. У меня есть картиночка в мастерской, которая вот так вот накалякана. Еще не было человека, который бы не справился с этой задачей. Вот. Но все подходят. Ой, какая у вас красивая картина висит. Вот из-за этого. Счастье в неведении. А? Счастье в неведении. Да. Ну, как у кутюрье. То, что легко, на два защипа, то особенно звучит. И вообще, дальний план обожает густую краску. Вот этот эффект ступенек ухода вот этих волн. То есть любую степень темности задаем, естественно. Единственное, что вот лежачая кисть, мазок по лодочной такой траектории. Чуть мельче мазок вдалеке, чуть крупнее на переднем плане. И просто обилие прикосновений задает вот это настроение. Это идея, конечно, открытого моря. Тут, конечно, нужно быть внимательным, не получилось ли чего красивого. То есть не переписывать те куски, которые в какой-то момент, когда вы уже набрали достаточно темности, в какой-то момент, чтобы эти куски не сбить, чтобы на них остановиться. Ну, а здесь не хватает чуть-чуть. Можно чуть большую кисть взять, можно чуть меньшую, но идея вот такая. Выдавите. Целый тюбик. На одну картину. Вы потом в перерыве тоже подойдете и помусолите краску вот по такой технологии, чтобы просто ощупать. Чтобы когда вы выдавили красочку уже дома, чтобы вы это сделали бесстрашно, зная, что деться некуда, все равно получится.
Вы видите, я некое распределение даю этим темностям. Чуть-чуть домоделирую до какого-то разумного беспорядка. Чуть мельче, да, чуть мельче вот эти вот вихоречки вдалеке, чуть крупнее вблизи, и это понятно почему. Это могут быть введены туда и цветики, например, вдруг вот к этому, хотя вы видите, уже да, звучит, вдруг к этому можно добавить, допустим, бирюзовенький. И вот отмель, тепленькость воды переднего плана зазвучит. То есть как смешивать краски? Вот так вот. Что тут смешивать? А в Изовске прохладнее. Вот она потеплела на переднем плане от этой зелени. Может быть, где-то на макушечках, которые уже выявились, чуть-чуть прозвучат пенные нахлёстики. А может быть, не надо их. Прямо вот так вот, кляксочно. Но это не обязательно. Просто могло бы быть и так. Потому что вот эта вот среда, она и без этого прекрасно звучит. Ну вот я смотрю, она не очень здесь нужна, поэтому убираю ее. Может быть, в другом контексте бы она лучше бы пригодилась. Здесь воски какие делают, в нижнем левом углу, тоже какие-то пошире? Да, здесь широкие, густые, ну просто вот еще густоты навалить, да, сюда. Да. То есть вы потом вот еще тюбик берем, добавите и пощупаете, как оно бы могло бы быть там. Угу. Вот, а сейчас я эту красочку сниму и немножечко поговорим о прозрачной волне, которая обычно интересно в морском пейзаже. То есть вот такое безбожное отношение краски, ну в хорошем смысле безбожное, оно очень уместно. То есть вот эту вот глину, которую я сейчас снял, синюю глину, которую я сейчас снял с холста, вы потом мастихином ляпните туда и прямо в нее будете загонять и пощупать. Просто пощупайте, как это происходит. Так, а сейчас мы попробуем. То есть опять же, я создал слякоть. То есть я подбросил влаги, мокроты вот этой, для того, чтобы порисовать волны. Да нет, прозрачную волну. Как хорошо присиделся там этот, не уберешь его, без него жалко прямо. Извините, что все вдали уходит уже. Значит, волночка, все лежит, да, море это очень лежащее
все лежит, но вдруг поднялась волна, да? Поднялась. То есть здесь у нас условно прибой. Вот, и у нас поднялась волна. Вот прямо. Поднялась. То есть я сейчас расскажу, поскольку я внимание к волне уже проявлял, я расскажу ее механизм, как она ведет себя. Вы видите, что все лежит, а вот эта часть поднялась. То есть по вертикали. Свет, который, допустим, оттуда, обычно прозрачная волна смотрится прозрачно, если свет оттуда, с той стороны. Сделал вот эту часть волны светлой и желтоватой, поскольку сам свет желтоват, то и вот эта часть волны слегка желтовата, зеленовата, светловата. И по-прежнему вот это движение. Что происходит? Здесь толщина воды, здесь темно. Здесь кромка вот такая конусная. Она тоненькая. Поэтому свет сделал ее бледной и прозрачной. То есть это тоненькая пелена. По макушке волны, тоже вот с этим лодочным, с лодочной укладкой, пена поднялась, да, вот на гребень. Густой красочкой ее накинули. Здесь волна опрокидывается по вот этой траектории. Здесь она уже опрокинулась и опять подпрыгнула. То есть вот она опрокинулась и подпрыгнула. Здесь она, допустим, столкнулась с камнем. Обычно у берега много всякого каменного. Что я смешиваю? Вот смешиваю. Как смешиваю? Вот я беру какие-то цветнотики и смотрю. Ага, слишком много розового. Успокоил синим, коричневым. Слишком много коричневого. Раздраконил розовым. То есть, если мы не боимся испачкать холст, если мы знаем, что просто рисование бессмысленно, то мы вот так свободно пользуемся холстом. То есть мы не боимся испортить это страшное явление. Причем не только у новичков, и у художников. Они так боятся испортить часто, что не могут себе позволить толику эксперимента. Камень очень хорошо рисуется мастихином. Вы видите, что не прикосновение, кусок камня, грань. Мастихин дает грани. И вот, пожалуйста, грани.
Здесь чуть-чуть в тени, а оттуда свет, который высветил это, и это тоже осветил. Разными цветматиками, более светлыми. Ну и даже я же не должен был только этим цветом это сделать или только этим. Пошел попадал мне под руку, то и кидал. Главное, что оно светлее. Появилась история в цвете. Хотя на картинке, на фотографии или в природе все могло бы быть намного скучнее. Значит, у нас пеночка тюкнулась об эту скалу и приподнялась. Старайтесь не пользоваться всякими брызгалками, зубные щетки и прочее. Дурной тон. Среди художников будете сразу иметь фе. А нам же очень важно, что коллеги по цеху, чтобы они построились перед нашей картиной, чтобы они построились от нашей свободы. Здесь обычно отмель, раз уже камень торчит. Поэтому камень отражается в тоненькой пленке, лежащей тоненькой пленке воды. Отражение обычно вот так вертикально и стеклянно. Редко камень бывает так одинок, что у него нет подножия какого-нибудь. Может быть, здесь еще один каменечек. Сюда заходили, предыдущая волна зашла сюда. И, откатываясь, пеночки остаются. То есть всюду логика вещей, та логика вещей, которую подсматривал Айвазовский, не имея фотографии. И мы можем теперь с помощью фотографии все это прекрасно увидеть и для себя навсегда расставить эти пометки. Вот в этой воде, которая на переднем плане, тоже иногда легкие поднятия существуют. Пеночки, да? Чуть-чуть конусик. Если бы у меня в руках была бы кисть, все это было бы несколько прозаичнее по укладке. Но мастихин, он из краски делает вот эту пластичную среду, которая почти равна в воде. То есть вот эти гоняния влажноватой краски по холсту почти равно, вот как будто мы с водой играем на холсте. Только в наших руках вот этот пластилин, увлажненный пластилин краски. За одной волной обычно следует другая. У которой тоже по макушечке пена. Часто вот эта волна вот здесь раздваивается. Во всяком случае, видна нам как нечто раздвоенное. У нее как бы два гребня. Во всяком случае, художники заметили, что это красиво, и эксплуатируют очень часто такой рисунок волны в своей живописи. Когда здесь вот этот гребень состоит из двух гребней. Вы видите, когда у меня что-то недополучилось, вот рисунок, скажем, по макушке,
Я его несколько раз перестроил, пока не дождался какого-то более-менее внятного результата. Здесь у нас темно, так же, как и здесь, но пересечено вот этими остатками пены. А сюда опять подошел свет. Вот чем хорош в данном случае семинар, во время урока трудно проговаривать каждый элемент. И даже на видео, если бы я все, каждый элемент бы демонстрировал, то у меня же на видео задача и картину накалякать себе, вот, и вам показать. А здесь я могу позволить себе потом это все стереть и не расстраиваться. Но проговорить зато все вот эти важные элементы. Видите, пока не сдается вот это место. Пока оно не сдавалось, появилось желание вот этого места тоже сваливаться вот так, по такой же траектории. Как бы два участка настроились упасть. Обратите внимание, вот здесь началась теневая пена. И здесь тоже тенистость пены. А вот здесь по макушкам свет ударил и чистый белый. Тоже помним, что пена белая не везде, у нее тоже есть тенистые места. Еще вот здесь может это тенистое место быть. То есть частично вот эти остатки пены в тени, частично по макушечкам тоже, по каким-то макушечкам тоже бьет свет. Вот эта тень, вернее, вот это отражение, которое здесь живет, оно внятно вертикально, его перерубают в горизонтали возвращающейся пены. И это звучит плоскостью именно вот этого мелководья. Правда? Вот этот и вот этот ритмы сделали, ну, понятно, что темность отражения, чернявость, сделали эффект лужи. И здесь, и еще вот эти набеги или отбеги пены. Вот частично может встретиться и вот такой ритм зигзагообразный. Стоит вот весь день провести просто с тренировками вот этих вот вещей, чтобы раз и навсегда для себя их усвоить. То есть не значит, что не доделать картину или так и тренироваться везде. Делать. Ну просто не получилось, сбрил опять. Если краска стала слишком вязкой, подбросил влаги разбавителя и опять погулял. Но стоит их пощупать. Если какой-то участок уже сдался, туда уже не возвращаемся, если там уже внятно, красиво. То есть вот это вот гоняем, гоняем, пока оно не оставит что-то удобоваримое
удобное к восприятию, что да, похоже на идею воды, моря. Здесь по вертикали, здесь по горизонтали. Там, где волна поднялась, там по вертикали. Чтобы вот этому не было одиноко, в этой стороне так поступают, композиционно так поступают художники. Стоит подсунуть, скажем, тоже каменюку. Зачем? Зачем нужно камень? Уравновесить, чтобы перевес. Значит, есть композиция всего. Композиция белых пятен на холсте. Белых пятен. Композиция темных пятен на холсте. Композиция зеленых пятен на холсте. Композиция голубых пятен. То есть, если мы вычленяем конкретный цвет из картины, то они должны работать все на центр. Поэтому если у нас зеленый здесь, ну здесь он и так в центре, поэтому его не обязательно тиражировать еще где-то. Но если у нас перевес темного, внятно темного в одной стороне, нужно довесить в другой. Ну и обработать этот камешечек, обработать вокруг пены. Очень много происходит на удачу. То есть ждешь удачи, тюкнул, пока не дождался, что оно прозвучит. Мазочек, вы видите, лодочный. Вот эту змейку прямо стоит посидеть и полчаса потренировать, пока не станет змейкой. Найти у художника какого-нибудь, на какой-нибудь картине или на фотке вот эту змеечку и попытаться ее повторять, чтобы все-таки ощупать и потом всегда ею пользоваться. Это может быть дорожка в поле по той же технологии уложена. Ну, а в данном случае набегающая пена. Так, теперь этот паренечек здесь уже не нужен. Его уберем. Справа, что с ним внизу. Да, так и оставляем. Можно и так оставить. Можно еще парочку звуков вот такого характера еще подбросить. Просто вот остатки пеночки. Ну, чтобы просто организовать пространство, чтобы не было пустым. И успокоиться. Плюс у пеночки, вот эта же пена идет, и вместе с поднятием волны поднимается наверх. Поэтому чуть-чуть вот такой рисуночек вот этой пены, которая начала туда подниматься, тоже можно показать. Причем здесь она чуть темнее, чем сама волна.
А здесь она светлее, чем сама волна. Но не белая, а разбел. То есть рядом белый, а она не белая, она в тень пошла. Плюс есть немножечко тенистость вот от самой пеночки. Вот она вот закруглилась, и вот там она белая, но в тени. И можно это в тени чуть-чуть вот такой кромочкой вдоль показать. Желательно идею морского пейзажа писать, ну, вообще морской пейзаж писать с одного раза. Не сушить ее вторым, третьим и прочими сеансами. Можно поступить еще так. Вот у нас есть густые места, может быть, как бы немножко грубоватые. Можно, когда она высохнет, скажем, через 2 недели или через месяц, взять шкурочку, наждачку. И чуть-чуть по вот этим вот пройтись, сбить колючесть. Фактура уляжется более благородно, более бархатно. И будет дополнительно красиво. Бывают еще в море чаечки. Иногда можно взять фотографию чаечки, которая где-то здесь на переднем плане. У нее чернявые крылышки. На концах. Но в основном все-таки чаечки это вот такие галочки. Не в шахматном порядке, разбросанные по небу. Не в шахматном. Некоторыми созвездиями, да? Созвездиями. Созвездиями. Вот, значит, если хотите, можете это все изуродовать. И, в общем-то, нормальная укладка есть. Ну, не занялись вот этим местом, ну, потому что увлеклись передником. Но основная ошибка, я вот ее проговорил сейчас и проговорю на камеру. Основная ошибка, что мы пытаемся работать перпендикулярно к холсту. То есть так вот, торчачим образом к холсту. Нет. Изначальное положение кисти держим как цветочек. Вот, пальчиками. Вот эти пальцы чувствуют, что происходит там. Не зажимаем, как топор, что тоже мы только что видели, немножко так топорно. Вот. Мягко, легко. И из этого положения пошли работать. Вообще, кисть у художников в основном, только некоторые приобрели дурную привычку вот так работать всегда. В основном те, которые работали акварелью. Но масляные, живописцы в масле, как правило, у них кисть лежит на холсте, лежачая кисть. И карандаш тоже лежит на плоскости. Все, что делается, делается практически лежачей кистью. Вот такой балованный, вот такой. Ну, мало ли что там нужно. Только когда мы вырисовываем, мы берем тоненькую кисть, как шариковую ручку. И работаем, вырисовывая, допустим, парусник. Нам нужен был парусник, и мы там вырисовывали, или ряд парусов вместе с корабликом. Мы тогда берем кисть уже, как привыкли в детстве, шариковую ручку, да, и работаем с этими подробностями. Но поскольку мы же отказываемся вырисовывать, да, для начала, то очень хорошо бы, чтобы мы привыкли работать лежачей кистью.
Все, что мы делаем, постарайтесь сделать именно лежачей на холсте кисти. Во-первых, вы будете это делать вальяжно, что тоже само по себе очень важно. Вы помните, когда я набирал, да? Помните, я набирал? Но она у меня тоже лежала, просто с другого боку. То есть я просто каплю вот этой слякоти подбирал кистью. Но это тоже было лежачей кистью. Хотя по идее, ну что, трудно что? Вот так нормально. По идее, нормально вот так. Ну так я, смотрите, как мобилен. А так и вылететь может легко. Я не даю вылететь, рычаг не дает, рычаг руки не дает вылететь. Краски за пределами не дает. А так дает еще как. Не надо вот так. Поменьше вот так. Но иногда, когда вот уже прям душа взалкала, ну позвольте себе что-нибудь вот так закрасить. Но лучше не так. Лучше лежачий кисть. Даже травку. Травку. Лежачий. Хотя по идее, да? Посмотрите, какая разница. Вот столбики, а вот трава. Правда? Плашмя, кисть. Иногда даже против шерсти работает. То есть против шерсти. Вот это вот. Посмотрите, во что превращается кисть. Но это хорошее, это нормальное состояние кисти. Когда она слишком приглажена плечу Хвостина, это ненормальное состояние. То есть кисть – это инструмент, поэтому вот эти вот все торчалки очень нужны. И трава, и деревца. Все это очень удобно именно лежачей кистью, именно с таким торчанием волосинок. После того, как вы ее помыли, она снова опрятненькая, собралась. Но это после того, как вы ее помыли. А сейчас она в состоянии возбуждения. А мазки как делать правильно? То есть, смотри, как. Ну вот эти мазки, это вот. Да не эти, какие-то такие вертикальные, вот как там, ну, повернуть вот. А. Тоже так. Угу. Но не так, как вот мы привыкли. Но не так. Но не так. А это кисть плоская или полукруглая? Такая немножко. Это полукруглая. Полукруглая. Но она прекрасно делает и то, что делает плоская. Кстати, вот если я так провел, угу. Посмотрите, какой след гигантский. Ненужный след. И совсем другое дело, когда я делаю вот такую вкладочку. Я как бы могу вылететь даже. А здесь мне нужно нарочито чиркнуть и... И вообще, смотрите, вот они вот дружат с холстом, дружат, когда работаем вот так. А так мы немножко отстранены. Что касается... Мастихина, когда речь идет о мастихиновой укладке. Тоже очень часто сталкиваемся с проблемами. То вот здесь возьму, ну так как-то по-женски, как-то, как будто, ой, боятся. Что это у меня в руках? Как-то вот, иногда как-то вот так, ну женские ручки, они разные, у мужчин более одинаковые руки. А женские, они такие бывают тоненькие, там еле-еле этот вообще держится. Но, тем не менее, никаких странных. Иногда даже пытаются как-то вот так работать. И шариковую ручку держат как-то странно. И мастихином пытаются. Так смотришь, ну, ловишь их. Где логика, да? Да. Еще вот так вот любят делать. Вот так. Вот так. Тоже, посмотрите, как рука заштырена. Она буквально скована, закована. Вот. Тоже как цветочек. Пальцы, кончики пальцев осязают, что происходит на конце. И, естественно, из этого положения можно вытворять все, что угодно. То есть обязательно эти вещи для себя. Я сам в свое время подглядел, когда я еще был в состоянии учебы, смотрю один из моих... так сказать, коллег по парте. Смотрю, как там держит кисточку. Прикольно, думаю. Наблюдал за ним. Думаю, ах ты. А я тоже, как все нормальные люди, привык вот такое что-то вытворять. Понаблюдал я за ним минут 20, потом думаю, так, пойду себе.
стал себя в этом чувствую, ну класс, легкость, вальяжность. То есть то, что как раз прилично живописи, что это не каторжный труд, а удовольствие, в котором балуемся, играем в живопись. Вот. Ну и вообще, конечно, живопись — это игра. Это игра в любовь, и любовь сама по себе. То есть я в Москве на семинаре, поскольку в основном женская аудитория, говорю, ну, что-то проговаривал по поводу любви. И говорю, ну, когда есть живопись, ладно, о том, что для многих это сублимация, уход от трудностей, удовольствие писать, да, всегда под рукой. Я говорю, вот если мужчина не всегда под рукой, да, вот, живопись всегда под рукой. Вот, поэтому говорю, живопись можно и без мужчины. И зал очень понравился, что можно и без мужчин. Чего же так от них зависит? А будьте так любезны, еще белые облачка покажите, вот как на таком небе белые облачка выписать, кисточкой или да, ну, вот на этой каше уже будет трудновато, наверное. Это тоже надо. Сбреем. Конечно, живопись — это независимость колоссальная любого человека, и мужчины, и женщины. Потому что она настолько удовлетворяет, сам факт творчества настолько удовлетворяет, это одно из проявлений Бога в нас. То есть одно из проявлений в нас — это словесность, способность к любви и способность к творчеству. Вот это, если кто не знает, то с Богом у нас вот этот образ и подобие, это вот в этих пунктах. Поэтому творчество настолько нас само по себе удовлетворяет, что часто уже и больше ничего не надо. Поэтому часто художники запираются в эти башни фислоновой кости и сидят там. Общаются. То есть можно вот так общаться с облаками. То есть выявили какие-то края, вдавили. То есть края стали, вернее, это самое, пятно стало частью среды. Придавливаем, как масло на хлеб. И вот появляются какие-то. Часто облака этажиками идут, особенно на дальнем плане, под теневой переднего облака уже виднеются облака второго плана, за ними облака третьего плана. Передние чуть более выражены, чуть более светлы, задние спокойнее. И вот эта вот ступенчатость, крупное облако здесь, теневая под ним, да? Вот теневая прям под ним. Более мелкая полосочка облаков второго плана. Еще более мелкая вдалеке. И вот эта вот полосатость ухода на уменьшение, крупное, мельче, 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 дает дополнительные километры пространства, когда речь идет о небе. А вы еще говорили, опять эти горизонты. Да, если у нас чистое небо, то вдоль линии горизонта оно более светло. И обычно, вот мы, допустим, набрали берилла сюда. Ну, сначала мы выштриховали. Ну, скажем, мы не пользовались на стихе, а просто выштриховали небочко. Потом подбросили
белил под линию горизонта. И начинаем расштриховывать эти белильца. Эти колоннами вверх поднимаюсь, все меньше нажимая наверху, распределяю. Штрих обладает таким распределительным свойством. Штрих – это их благородие. Освоить штрих очень важно. А, еще один важный момент, я вам сейчас расскажу, очень важный. Когда речь идет о закатах, всякого рода закатах, восходах, то у нас схема следующая. Допустим, мы набрали голубое небо. Чуть-чуть выбелили под линию горизонта. Допустим, у нас вот здесь солнце. Солнце вообще-то белое. За ним желтоватое сияние, розоватое и голубоватое. Когда вы откроете Айвазовского, у него это очень внятно подано. Но начинаем мы набирать с розоватого. То есть сначала, конечно, с голубого. Голубой набрали, потом взяли разбел розовинки, метнули розовиночку. Причем везде метнули. И здесь, там, где у нас желтинка и белинка, тоже метнули розовый. Причем вот это вот отношение к свету, оно одинаково уместно и во всех местах, вот где яркий солнечный свет. И на теле, и еще где-то. То есть вот это прямо надо запомнить. Но особенно, конечно, в морском пейзаже. Это вот настолько выражено, что... Рассвет от заката отличается от чего-то? Ну, наверное, закат краснее, румяннее как бы. Вот. Потом у нас после розового желтоватость. Что не значит, что мы должны взять чистый желтый. Мы вместе с розовым берем. То есть слегка оранжеваться. И чуть светлее. Уже розовый мы попытались положить чуть светлее, чем небо. Чем синька небо. Ну, я сейчас грубенько, как бы, тем более, что каша, слишком большая каша краски. Вот, но вот схема такая. И, наконец, еще светлее, еще желтее в районе самого солнца. И само солнце, оно бывает с желтотой, а бывает вообще откровенно белое. Главное, чтобы желтый не стал зеленым, чтобы он смешивался с голубым, одновременно с розовым, для того, чтобы не позеленеть. То есть розовый не дает ему позеленеть. Но когда мы набираем небо, вот это закатное, мы сначала набираем голубой везде, а потом разбеливаем вдоль линии горизонта, а потом в этот разбел начинаем вгонять розовинку, желтинку и откровенно белый в районе солнца. Но именно вот по такой схеме никак иначе. Нельзя набрать желтоту, потом розовизну, а потом голубизну. Будет настолько невкусное письмо. А так мы создали среду обитания этому свету. Голубую, потом вводим розовинку, желтинку, причем между собой они должны там дружить, вот так перемешиваться, и наконец уже само солнышко. Обычно еще солнышко освещает какие-то облачочки, но я уже так нахально, мастихином, можно, конечно, и кистью деликатно,
какие-то облачочки взлетают над солнышком. Ну или сидят такие закатные. Ну, схема такая, что голубой, потом розовый, желтоватый, переходящий в розовый, и желтоватый, переходящий в белый. Вот этот штрих, кстати, нужно тоже освоить. Для морских пейзажей очень важно. Что такое морской пейзаж на закате? Это вот эта растяжка в небе, вот эта растяжка, которую мы сейчас проговорили, может быть, там полтора облачка таких вытянутых или вот таких. И практически то же самое, симметрично, в море. Обычно тихое море на закате, тихое море на восходе, тихое море и какая-нибудь дорожка. Дорожки и вообще все светлые партии любят густую краску. И дорожки любят. Правда? Не пытайтесь дорожку сделать не густой краской. Обязательно густой. Ну и какой-то зигзаг, 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 зигзаг. И какой раздел должен быть краски? Дорожки? До смаку. До смаку. По чувству. Ну, посветлее. Но тоже с желтиночкой, где-то с розовиночкой. Здесь тоже беловатость в центре этого меча. Потом желтоватость и даже розоватость. То есть там тоже идет вот это распределение. Самый активный свет в центре этой дорожки. И дальше желтоватость, розоватость. Ну, не в голубоватость, потому что голубой так у нас всюду. Вот, если какие-то еще вопросики есть, я могу прокомментировать что-нибудь. А в общем-то, вроде как уже нагородились. А пока руки грязные, ну, помогут, либо секретарь убери. Ну, ее вообще немножко надо потрогать, я потом дотрогаю. Пусть будет, как пример. Назидание, да. А будьте так любезны, покажите еще, как кораблик рисуется на водичке. Вот, например, здесь на море. Ну, парусничек я уже нарисовал. Парусник я лишь уже нарисовал. Одно движение. Ты на горизонте? Второе движение. Или может где середине, на любой. Где поставить точку. Этому? Ну да. Просто парусник может быть на переднем плане, и тогда его надо вырисовывать. Тогда мы берем картинку, подбираем так, чтобы освещение было подходящее к нашей картине у этого парусника, и сидим по-сухому, лучше по-сухому, сидим и вырисовываем. По-сырому кинули просто пятно, чтобы оно обозначить себе, вот здесь у нас парусник. А потом это пятно начинаем разрабатывать. Но это с картинки, обязательно с картинки. По памяти можно только вдалеке. Чирк-чирк. А поначалу лучше на холстах учиться рисовать или же ватманом вполне подойдет? Вот, очень хороший вопрос. Сразу берем все самое лучшее, вот как будто бы это я делаю, а не ты. Понятно. Берешь все самое лучшее, все самое вкусненькое, и тогда у тебя сразу результат. Ну, естественно. Это по принципу научитесь нырять, нальем воду в бассейн. Ни в коем случае по этому принципу не работаю. Спасибо. Нырять и плыть. Мы же все знаем, что это самый лучший способ. Только здесь никакой опасности для жизни нет, да? Логично. Только для нашей самости. Опасность только для нашей самости. Как это у меня не получается? А ты сделай так, чтобы получалось. На самом деле сделай так, чтобы получалось. Вот скажем, возьмем даже пианино. Вот я просто по себе знаю. Берем пианино, простое человеческое пианино. Некоторые умеют там сложные вещи играть, там выучивают сложнейшие вещи. И конечно думаешь, ух ты, какая виртуозность. Но когда я подхожу к пианино, у меня такой есть прикольчик. Я женский голосочек, мужской. Я начинаю между ними вести как бы диалог. Это мое личное развлечение. Формируется какая-то мелодия, потому что я натыкиваю вот эту простую мелодию. Но иногда вот эта простая мелодия может звучать гораздо интереснее. Вы сами знаете, что есть мелодии на раз, два, три. Да, есть пару. Одно выражение, не все гениальное просто. Да. А есть очень сложные вещи. Ну не трогайте вы сложные вещи. Зачем они вам? Игорь, будьте любезны. Простите, если вы закончили. Да, нет, все. Спасибо.
Покажите еще, как камешек на переднем плане пишется. Так он. Нет, маленькие. На песок. А, что касается камушков. Галька, галька, у камушков всегда одна и та же проблема. Да. Все новички, когда рисуют камушки, рисуют какашечки. А чем они отличаются? Да. Казалось бы, а чем они отличаются? Ведь если лежит какашечка, иногда можно не заметить, думать, что это камень, и наступить на нее, да? Потому что она почти не отличается от камня, если смотреть на нее, если не рассматривать. Но когда ты посмотрел, нет, это какашечка. Вот. Так же и камни. Камни рисуем. Вот вам образ для восприятия того, какие у вас должны быть камни. Это спинки бегемотиков из воды. Тогда они приятны на вид. Ну да, ассоциации приятные возникают. То есть, там, вот над водой, некое над водой. А часто рисуем так, как будто бы оно лежит на плоскости. Не торчит из воды, а лежит на плоскости некий комочек, который чаще всего похож, поскольку берем коричневый. И еще, что касается коричневого, не песок. Знаете, часто берут коричневый, увидели, что там коричневит, взяли откровенный коричневый и положили этот песок. Где-то разбелите его, где-то пусть подмешается к голубому, где-то пусть добавьте туда немножко розового, чтобы это был не тупенький коричневый, горячий коричневый, а чтобы это была какая-то холодноватая смесь, в которой есть коричневый и розовенький, еще какой-нибудь. Вот, есть камни, конечно, острые на переднем плане. Ну, допустим, тихая вода, да, вот закат или утречка, и торчат из воды камушки. Не рисуйте какашечки. Если у вас есть ассоциация, что ваш камень похож на какашечки, вспомните, как выглядят торчащие из воды бегемотики. Нежненькие такие, спиночки, ну или еще что-нибудь торчащее из воды спиночками. Спиночка. Ну, здесь крокодильчик, наверное. Но никак не какашечка. То есть вот у всех у новичков какашечки. Ну, прямо вот для себя определите. Вот это не то. Вот это. То есть смотритесь, как другие художники подходят ко мне, потому что иногда действительно торчит из воды что-то несуразное. Художники, как правило, немножко облагозвучивают то, что торчит из воды. Черепашка. Вот, ну камни, вот, допустим, на переднем бы плане могли бы быть натоптаны вот по какому-нибудь тоже какой-нибудь траектории. Или вот здесь вот тоже зигзаги камни. В них где-то там между ними еще вода может струиться. По ним может струиться вода, которая стукнула. Ну это все надо. Покажите, например. Когда речь идет о морском пейзаже, если вы хотите приступить к морскому пейзажу, это не значит, что вы взяли первую попавшуюся картинку и давай рисовать морской пейзаж. Чтобы подойти к морскому пейзажу, может быть и к другим пейзажам, близко к тому, но особенно к морскому, соберите материал. Соберите материал у других художников, возьмите в интернете, нащипайте. Как другие художники решают в море. Как выглядит море на фотографии. Насобирайте. Не 2-3, не 20-30, а 200-300. Картиночек у вас должно быть перед глазами, чтобы вы, если надо, там взяли чуть-чуть. Вот художник Шемякин, который уехал в Штаты и там процветает, он даже собирает, ну, во всяком случае, лет 10 назад я смотрел передачу, он собирает материал для художников. То есть, как бы, хочет выпустить в виде труда собранный материал. То есть, допустим, художник решил написать балерину. Ну, не переться же в зал с балеринами, отвлекать их от танцев, делать наброски, ну, как это, по той схеме, по которой это делалось в прежние века. Нет.
Шмякин – россыпь фотоматериала с балеринами. Человек посмотрел, вот по освещенности красиво. Хорошо бы вам, когда вы приступите к морскому пейзажу или любому другому, любой другой задаче, делать аналогии. То есть вы взяли кого-то из опытных художников, взяли его картину, нашли похожий мотив на фотографии. Даже, может быть, собственного производства фото. Нашли, ага, смотрим сюда, пишем вот это. То есть аналогии для вас уместны. А вот так просто взять картинку, сейчас я напишу море, неуместно. Ну, кроме самых элементарных вещей, которые мы вначале обсудили, когда полосочка неба, полосочка моря, песочек. Игорь, а покажите камешки, как писать на этом холстике внизу, пожалуйста. На нижнем. Ты понимаешь, камушки без контекста будут выглядеть какашечками тоже. Просто даже в моих руках они все равно будут выглядеть вот эти. Контекст нужен. Вот здесь контекст есть. Но засорять угол здесь камнями, ну просто ни к чему. Да нет, только хорошая картина. Не, не потому что хорошая. Просто здесь этот наворот не нужен. Он мог бы быть, но он здесь не нужен. Вот. Здесь вот этого достаточно, и это звучит. И я, чтобы не сбивать с толку, опять же, вот эти вот камни, которые поддерживают передний план, чаще всего нужны, когда закат, когда пусто на картине, когда кроме этой растяжки здесь, солнышко и пару облаков, больше ничего на картине нет. Как бы пусто. Тогда появляются камни. Там контекст. Это очень важно тоже, конечно, не перебарщивать в одном случае. Хочу потренироваться камни, поэтому сую их везде. Не, не надо. То есть тренируемся с камнями только в конкретных случаях, где это уместно. И тоже ищем аналогии, насколько это уместно. Для моего сюжета. Значит, вы поняли, что когда вы приступаете к морскому пейзажу, у вас должно быть 200-300, а лучше 2000-3000 картиночек на эту тему. То есть с какого-то момента, когда вы вообще взялись поучиться рисовать, вы в интернете уже сидите не в ВКонтактах, не в Одноклассниках, а если сидите в ВКонтакте, только для того, чтобы все красивые картинки нащипать. А вообще просто шаритесь по сайтам фотографов, по галереям виртуальным и собираете все интересное, как пчелки собираете. И по мере того, как вы будете собирать, у вас кругозор, конечно, колоссально расширится. Ну и, конечно, у вас появится материал для работы. Без материала для работы работать очень тяжело. Опять же, вот почему я говорю, что на моих мастер-классах у нас задача научиться писать картину. Ведь есть определенная, да, технология, проблемы творчества есть. И чтобы написать картину, нужно пройти несколько раз этот путь, чтобы понять, на каком этапе у меня могут возникнуть проблемы и какого рода возникнут. Вот, поэтому вот наличие материала, вот у меня наличие материала гигантское. Да? Вот все, кто у меня ходит 20-30 и больше раз, у них материалы тоже гигантские. Почти сопоставимы со мной. Они настолько хищно сидят в интернете и собирают этот материал, что я иногда смотрю, думаешь, ой, какие картинки нашла. Ну, неудобно же, вот так вот скажу. Почему? Да мне тоже. У вас же коробочка, если же бросит, да? Не, у меня же кроме коробочки есть, они же флешку принесут и дразнят меня, что вот они такое нашли, всякое нашли. Ну, из того, что мы с ними любим писать, допустим, я смотрю и завидую тоже. Думаю, вот какие у них есть. Ну, кто-то вот удачно нашел какой-нибудь сайт, нащипал оттуда тысячу интересных вещей, а я на этот сайт не нашел. Ну, так надо сразу же... А зачем вам тратить время? Уже есть сайт, уже есть это... Ну, неудобно. Ну, почему человек... неудобно? Это его творческое, нажитое... Так а кто направил? Вы же направили, сказали, вы делись. Нет, иногда я прошу, но не всегда это удобно. Почему? Я считаю, информация... Они боятся, что с их картинок будут писать другие... И что, их коллекция будет, и что их коллекция уже не будет такая эксклюзивная. Ну, в таком случае, все. Пишут.
кто боится. Нет, ну в любом случае, ну, мы же должны соблюдать это коррекцию. Мало ли. Пожалуйста, если бы ну, не успела, как мы закончили там за один раз? Как, когда стоит остановиться и как потом продолжать? Конечно, в нашем случае лучше всего научиться писать картину за один раз. Мы, как правило, вторым сеансом сушим картину. Мы не умеем работать вторым сеансом. И не скоро научимся. Это я вам со всей ответственностью говорю, что второй сеанс для нас появится не скоро. Поэтому на второй сеанс надо оставлять только выписку деталей. Вот то, что ну, невозможно сейчас написать. Ну, скажем, кораблик хочу нарисовать или чаечек прорисовать. По сырому они у меня будут слишком кривые и непонятные. Ну, высохло, и я деликатненько вписал чаечек, корабличек. А все остальное должно быть готово. Ну, в худшем случае не готово. Мы потом пошкурили еще. Помните, прошел месяц, мы пошкурили, и может быть несколько мазочков. То есть не наполовину переписали картину, а несколько мазочков. То есть у нас лимит максимум 1/10. Если мы вышли, мы нарушили честное слово свое. То есть переписывать картину – это убить ее. То есть вы должны в первом сеансе вложиться настолько, с таким размахом, чтобы осталось только дотрогать. Будет видно, да, вот эти предложения? Сухость – это очень будет видно. Причем она в одном месте начнешь сушить, оно полезет во все, потому что уже и другое место потребовало из-за этого поддержки. И оно начнет цепляться одно за другое. А если все-таки надо что-то подправить, а работу только вырисовать. Высохнуть. А, чем если промазать надо, маслом? Если она настолько не получилась, что ее надо наполовину переписать, да. Вообще перепишите ее полностью. Вообще другую на этом месте картину напишите. Даже с учетом того, что там фактура. Взяли нож, пошкребли всю фактуру. Вот так прямо лезвием ножа соскребли, чтобы там духу этой фактуры не остались. Взяли другой сюжет и на этом месте просто, ну скажем, тоже морской, но другой. Ну, и все эти вот, которые там чуть-чуть поостаются, они просто будут как бы мерцать, такую подкладку давать фактуры. Вот. Но набросить уже на другую. Или тот же сюжет, только игнорируя полностью. Перекрасит, полностью все тоже сделает. То есть либо без... как с самого начала, да, вот как с самого начала. Ну, а если немножко, вот, например, подправить скалу, ну, не досмотрел, там что-то с освещением было. Ну, я же говорю, 1/10. Ну, как складывается старая краска картину. С той краской, которая сама зацепилась. Прекрасно складывается. То есть, а вот это, что промазывает там всякие? Наждачку, ну, какую-нибудь. Ну, да можно и крупную. Там. Ну, а литература пишет, там надо промазать маслом или там чесноком нет. Каким-то, что нет, это? Чесноком это от жухлы. Да, вот это вот. Это тоже. Ну, я скажу. От вампира. Да, это от вампира. От вампира. А хорошо, не, ну вы же начитали. Не, ну чесноком действительно, вот место пожухло. И действительно с ним... Оно проблемное стало. Чесноком протирают для того, чтобы устранить эту жухлость. Но это от послойного письма. После первого сеанса пожухлости быть не может. А вот когда мы второй раз пописали, полкартины переписали, потом третий раз у нас появились мерзкие пожухлые места, вот, и мы не знаем, что с ними делать. Берем чеснок, воняем себе, людям, всем воняем. Но мы зато знаем, что чесноком можно. Mm-hmm. Я, честно говоря, не встречал ни одного художника, ну, а вот из своих друзей, ну, вот которые бы стояли бы с чесноком в руке. Игорь, ну а масло? Вот некоторые художники такие с маслом. Ну вот разве что скрываешь. Это зачем? А, масло? Да, вот маслом смазывает. Просохший слой смазывает маслом и по нем пишет, потом дописывает, например, через неделю, через три. Да, да. То есть это вот даже вот если бы я продолжил бы эту работу, да, то я бы вот, допустим, пошкурил, когда она высохла. Потом смазал бы маслом. Кто-то не спрашивает. Да, и некоторые вещи. Ну просто рано. Рано
заниматься вторым сеансом. Второй сеанс – это уже вырисовывание. Нет у вас вырисовывания. Оно, его у вас еще нет. Оно, дай Бог, чтобы оно начало появляться на первом сеансе. Способность к вырисовыванию. Но зато в первом сеансе оно все одно в другом. Оно, естественно, все схвачено. А как только вы пошли вырисовывать на второй сеанс, вот этой схватки целостности уже не будет. Вы будете мерзкие, скучные, противные червяки давать вместо вот этого. Так они будут, хотя бы вписались. А так оно будет как налепленное, и причем неестественное. Вот эти все вещи станут неестественными, потому что вы будете их делать по-сухому. Не будет вот этого влажного контекста, который вы тут же поправили, если что. Помните? Чуть что, я уже изменил сюжет. А вы уже не сможете, вы должны будете по-сухому положить некрасиво, а уже не снимешь. То есть стереть можно тряпкой, она немножко разотрется, это пятно, и еще затер. Не сможете, вот нет у вас еще вырисовывания, у вас его нет. Поэтому пусть это вырисовывание чуть-чуть формируется в первом этапе, оно тоже будет формироваться, вы тоже все эти вещи будете накладывать. Вот. Единственное, что вот по-сухому, ну вот чуть-чуть можно вот здесь вот потоптаться по-сухому. Чуть-чуть. А ты десяток. Ну, может быть, где-нибудь чуть-чуть. Вот чувствуете. Или нашли картинку, а там в таком месте какой-то вкусненький узелок, а у вас, в принципе, похоже, и вы так тюк. И у вас тоже вкусненькое есть. Понятно. Это старые мастера, наверное, лессировками большинство писали. Накладывали, раз они писали по два, по три. Лессировки вообще не для вас. Просто не для вас. Не потому, что не может человек взрослый вдруг уйти в живопись настолько, чтобы дойти до лессировок. Во-первых, они толком никому не нужны. По большому счету. Сейчас волнение вызывает не лессировка, а густая краска. Если хотим безвестности, уличных продаж или еще что-нибудь, ну, займитесь лессировкой. Понятно, что если достигнуть совершенства в лессировках, то, конечно, это будет иметь колоссальный спрос и прочее. Но это очень рискованный путь. Просто не... Ну, лессировка в том смысле, что тонкий слой краски, да, но лессировочное послойное письмо не для вас. Ну, это по принципу, как там с парашютом прыгнуть, если... Первый раз не удалось, парашютный спорт не для вас. Ну не экспериментируйте с парашютным спортом. Игорь, и последний вопрос. И больше не буду задавать. Готовая работа, написана нормально, все. Но она немножко, ну вот не дотягивает цвете. Ну бледноватая. Вот хочется добавить или цвета, или живости. Все правильно. Но она вот бледноватая. Но не хватает. Что с ней сделать? Добавить цвета. Или отложить. Не то все нормально. Это через месяц цвета будет хватать. Не, ну если человек видит внятно, где ему не хватает цвета. Не хватает. Вот он видит, что не хватает цвета. Да, не хватает. То, что... Что-нибудь сейчас. Деньги. На чем? А где картина? Да вот внизу. Нет, не внизу. Фотография. На. Сейчас можешь что-нибудь найти. Ну вот смотрите, вот, например, представим себе, что когда он только набирал эту картину, тоже была вот такая история. Да? Угу. Голубые, белости, зеленоватости какие-то, намеки на зеленоватости. Ему, допустим, не хватало цвета. А здесь какая-то мгла синевато-коричневатая. Чуть-чуть зеленоватый, он думает, не хватает. Взял и набомбил цвета, да? То есть мы, в принципе, в картину можем набомбить цвета, усилить
оранжевый разбел там, где освещено солнцем, усилить синий там, где тень, просто взять и усилить, уядовитить цвет. Нормальное явление, да. Если немножко прозрачненькая красочка, чуть-чуть в определенных местах. Ну это уже лессировки, а мы тут, мы тут уйдем, можно лессировками взбодрить, можно вообще, вот допустим, ну может не морской пейзаж, скажем цветочный у нас натюрморт, и вот как ты говоришь, нам не хватает цвета, взяли, намылили, грубо говоря, намылили маслом, ну тройником допустим, масло, лак и разбавитель, намылили всю работу. Ну, кистью где-то набрали, рукой подрастерли, тряпкой, допустим, немножко лишнее сняли. Потом взяли любой цвет, допустим, желтый, и все, или охру, все в это вот мыло, масло с лаком, да, вогнали немножко вот охру. И она вся стала чуть-чуть тепленькая, чуть-чуть охристая. Что-то обобщилось, полутона сгладились, потому что всюду легла неким слоем охрочка. Причем она легла в фактурке, там где-то вот позатекала. Вся работа стала тепленькая. Можно. Ну в данном случае ты сразу делаешь крем в какой-то цвет. Можно в другом месте подложить, там, допустим, ультрамаринчик, да, коричневилку. Подложить тоже, так прямо прям пальцем где-то взял немножко, посмотрел, ага, вот, но это лессировки, да, лессировки штука хорошая, но чтобы к ним подобраться, нужно немножко созреть, потому что вот так вот с бухты-барахты красиво ты лессировку не положишь, поэтому надо. Никаких лессировок. Густая краска, первые сеансы и минимум точного рисунка. И тогда это будет полет. А так это будет на пузе. А вот мы закончили картину, месяц прошел, все подсохло. Перед тем, как ее поместить в раму, что еще нужно сделать? В раму можно сразу поместить. Она у тебя прекрасно досохнет и в раме. И в раме, да? То есть не надо ее ничем покрывать, ничем. Ну, до того, как ты в раму, раму одела, высохла, а потом лаком протерла и все. А просто протерли лаком? Ну, как штриховательно можно. Один к одному с разбавителем и штриховательно просто протереть всю раму. Либо там эти пшикалки, которые продаются. По поводу фольги, да, здесь такая фольга там серебристая, такая золотистая, когда вот ее можно, ну, не здесь, на других картах, тогда нужно ее... Клеить. А нужно клеить фольгу? Мне нравится, но некоторые. Нет, но если, эффекты такие. Если декоративно подходить к картине, да. Конечно, там кроме фольги столько всяких примочек есть. Ну, когда высохнет, да? Ну, когда уже вообще сухое. Я, честно говоря, фольгой не пользуюсь, поэтому это скорее вот тем, кто. Да, что я видела, декорщикам. Ну, есть еще эти акриловое золото, акриловое, наверное, серебро тоже есть. Ну, просто я этим не пользуюсь, я не могу. А там, конечно, всяких прибамбасов, просто людей. А стоит ли вообще лаком покрывать картины все, или выборочно, или выборочно не станет? Ну, хуже никогда не станет, если мы протрем лаком. Просто, если мы поторопимся прокрыть лаком, скажем, через неделю, вот она едва просохла, мы ее покрыли лаком, то лак нахально не сохнет, и собирать на себя всякую пыль, и это будет уже не очень, а он так и не будет сохнуть, он не хочет сохнуть, то есть он высох, но липким остался, а если мы через несколько месяцев, ну через месяц, тогда он моментально высохнет. А какой на сегодняшний день лучший покрывной лак? Не знаю, я лаков, честно говоря, покрывных. Нет, до покрывных лаков редко доходит. Скажите, а можно, допустим, вместо лака покрывать вот как вот вместо лака именно, да, законченный штрих маслом? Оно же тоже сохнет. Масло нет.
Ну просто вот тоже очень на сайтах пишут, что вместо лака иногда можно льняным маслом, оно быстро сохнет, это тоже глянец дает, вот как бы пленочку вот эту и защиту. Да, ну раз пишут, может действительно. Ну можно, значит можно, раз пишут. Пишут и другое. Можно, нет, можно. Наверное, нет, можно. Смотри, какое масло. А лак это гранатовый из... Ну, обычно. Да? Ну, это как бы технологические вещи, честно говоря, это не ко мне. Я не въедливый такой, не эти. Вот это можно смешивать, это нельзя. Вот, кстати, да, там некоторые высокоумные учителя знают, что нельзя с чем смешивать. Там какие-то краски с чем-то нельзя смешивать. И вот у нас как раз пример импрессионистов, вот, в частности Ван Гога, что что-то он там смешивал, чего нельзя смешивать, и теперь краска отлипает от холста и там где-то потеряла цвет. А тем не менее, весь мир носится с Ван Гогом, стеклом придавливают краску, чтобы она не отваливалась. Вот. И ничего, пускай носится в конце концов. То есть можно, по-моему, сильно въедливо не париться. Вот я знаю по иконописи, когда человек, приступая к иконописи, делает акцент не на лике и его духовном проявлении, да, как оно будет, какой будет лик. Лик будет Христа или Антихриста. По духу. А он делает акцент на доске. Варит там, ведра стоят, варит этот грунт. Хотя для грунта достаточно любой меловой этот состав, который продается в качестве, который просто утопит, допустим, ту же ткань, которую мы, ну, вот этот, евказ, там, да, как он евказ называется. В общем, акцент делает на доску, делает, чтобы доска была там из какого-то специального дерева, со всеми причудами. И вообще не может написать лик. То есть, а потом пишет истукана, вместо того, чтобы это был образ. Вот. Но зато он всем показывает, какая у него доска. Поэтому в живописи можно легкомысленнее относиться к, вот, к качеству изделия, не в качестве... На чем? Льняной холст или не льняной? Какая разница? Нет разницы. И тот, и другое, если хороший грунт, будут как родные. Ну, я не знаю, 500 лет не прошло, как хэбэшная ткань, сохранится она или нет. А льняные холсты сохранились. Ну, я не думаю, что хэбэшная ткань не проживет хотя бы 200 лет. Проживет как родная. А там уже и конец света. Я обещаю в этом году. Спасибо. Все, спасибо большое.